Всем привет! Только что вернулась из светофора. Я, конечно, ходила за определенными покупками, но новинок почти не было в магазине. Если бы были, я бы, конечно, купила. А так, конечно, в общем, нечего особо показывать. Показываю, что есть. Взяла туалетную бумагу. У нас заканчивается там упаковка. Трехслойная, хорошая, мягкая. 8 рулонов. Такая вот красная, уже не первый раз беру. 107,73 стоимость такой бумаги. Хорошая. Там еще была такая белая с какими-то голубенькими прожилочками, но она мне нравится меньше, поэтому я такую не беру. Так, еще покажу. Вот это тоже постоянная моя покупочка теперь. Наконец-то привезли у нас кукурузные палочки. Люблю, они огромные, большие такие. Целая огромная упаковка. Сколько тут? Не знаю. Так, 400 грамм. Представляете, вот такая огромная штукенция. Я их люблю, они вкусные, хорошие. Так, 44-46 стоит. И сегодня увидела какие-то новые шарики. Они кукурузные, но... Вот такие. Вот единственное, что сегодня новенькое я купила, это вот смешарики со вкусом сыра чеддер. Тут, конечно, поменьше гораздо, 140 грамм. И стоимость этих шариков 29 рублей, 13 копеек. Так, а ходила я в светофор не только за туалетной бумагой, но и заканчивается у нас Кошкин секрет, вот этот наполнитель. Взяла таких два. Вот. Сейчас покажу, 5 литров всегда беру. Он дешевый. У нас заканчивается он достаточно быстро. 49,14. Взяла две упаковки. Показываю только одну, чтобы не загромождать стол. И так тут уже ничего не видно становится. Так, и еще мне хотелось купить тесто. Я пользуюсь вот таким вот тестом. Дрожжевое слоеное для пышной румяной выпечки. Я делаю пироги. Такие, которые на противне со смородиной делаю. Также из этого теста я делаю пиццу. Но, конечно, вот тесто нужно, по-моему, вот получается лучше из слоеного дрожжевого. Там такое же продается от Сытного городка без дрожжевого теста. И его там очень много в наличии. А вот это я углядела прямо на самом донышке коробки. Его, видно, разбирают хорошо. 61 рубль. Тут 4 пласта. Мне, конечно, больше нравилось, когда было по 2, потому что я вот тут достала из морозилки 4 пласта, и получилось, что тяжело разделялись, видимо. Ну, покупала, когда еще было на улице не так холодно. Может быть, пока донесла тут минут 5 по улице, они склеились. Было очень тяжело разделять, и получилась у меня толстоватая такая пицца. Вот, обычно мне хватает на 2 захода вот этих 4 пластов, я по 2 сразу использую. А вот когда склеились, пришлось за один раз их уговорить. Но ничего. Так, и вот повторно опять второй раз беру мидии чилийские в горчичном соусе. У меня было уже 3 упаковки таких, нам очень понравились. Ну, сегодня было только 2 упаковочки на полочке в магазине. Тоже все разобрали. Ну, мне нужна была одна, поэтому оставила кому-то еще последнюю. 172,73 стоимость этих мидий. На самом деле очень вкусный соус. Советую, если кто-то любит мидии, пожалуйста, в общем, можете покупать. Сегодня я обрадовалась тоже. Это не новинка в светофоре. Вот такая кружка для чая, сказка, 350 мл. Появились опять именно в таком дизайне, как я люблю, без всяких точечек. Были какие-то пузатенькие. Давно-давно вот я таких вот взяла 2 штучки, мне они очень нравятся. Поэтому решила, по 35 рублей они стоили. И опять их привезли, такая же цена, 35 рублей. Вот, и взяла я 3 штучки. Не знаю, ой, вот запотели даже, с улицы принесла. Ну, там как-то сразу у нас топят в доме, поэтому запотели. На улице уже плюс 1, холодно стало. Вот, поэтому вот 3 штучки я взяла. Ну, ой, извините за
Видите, вот здесь вот какой-то шовчик такой посерединочке. Раньше такого не было. Сейчас почему-то вот он как-то есть, не знаю. Ну так, вроде бы он не чувствуется, но видно зрительно. Из двух половинок как будто сделано. Но чашечка хорошая, не трескается, не портится. Мне не нравятся вот уже всякие фарфоровые. Люблю вот такие стеклянные. Они смотрятся гораздо интереснее. Вот, ну, это чисто мое мнение. Там были и фарфоровые такие, и голубые, и черные, какие-то интересные такие чашки, но они слишком толстые. У них какие-то стенки очень толстоватые. Наш светофор находится в городе Сергиев Посад Московской области. Вот чек показываю, 620 рублей 99 копеек. В принципе, такую большую кучку, тут еще и второй наполнитель, если прибавить, еле дотащила. Два пакета из пятерочки полностью. Вот, смотрите, тащила одна. Я сегодня гигант, трактор. Вот, на этом прощаюсь с вами. Не знаю, интересно ли было вам смотреть, потому что ничего такого особо нового я не взяла. Ну, ничего, может, в следующий раз привезут что-то новенькое в светофор, буду ходить. Так, взяла, ну, такое, самое такое простое, необходимое. В общем, жду новинок. Будут новинки, будем покупать. Так, на этом всем пока.